всех. Я же сегодня собрался, как называется, народ взрослый. Мы хотели вещи от Владимира Петровича. Мне сегодня будет помогать мой коллега Александр Кононенко. И сразу хочу небольшую ремарку, так сказать, привнести. Вот это изображение, мне кажется, очень подходит нашему сегодняшнему коллективу, чем в очень хорошем смысле. В том смысле, что у нас у каждого есть свои пристрастия, у нас у каждого есть своя специализация, у нас есть свои привычки. Мы почему-то, там, чему-то научились. Но это не делает нас ни хуже, ни лучше друг от друга относительно друга. Да, мы разные, но мы, тем не менее, все одинаково хорошие. Поэтому я предлагаю набрать воздух и вместе окунуться в этот мир диагностики, в котором, ну, по крайней мере, мне нравится находиться. И тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это тоже, в общем, как хотел бы заранее говорить, не столько тема, сколько содержание. У каждого свой уровень знаний, свои какие-то предпочтения, повторюсь. И поэтому, если что-то кому-то покажется скучным, то лица не в защиту. Но это первое. И второе, что я хотел сказать, процесс диагностики с помощью сканера, без сканера, базируется на каких-то основных китах. Конкретно какую кнопку нажимать в какой ситуации на сканере мы обязательно, ну, попытаемся рассмотреть, и это обязательно надо рассматривать. Но я хотел бы сначала вот эти базовые понятия для кого-то повторить, для кого-то объяснить. Ребята, вам хорошо слышно, или кого-то не принесли все? Желательно, да? Желательно, что колонку или желательно? Колонку, да. Ребята, главное, чтобы было комфортно вам, не напрягать слух, не напрягать зрение. И вернемся пока к колонку, я немножко добавлю. Так или иначе, мы занимаемся обслуживанием, ремонтированием автомобилей клиентов, которые стоят достаточно много денег, с одной стороны. А с другой стороны, мы берем на себя известную ответственность. А с третьей стороны, эти автомобили стоят дорого не потому, что их так сильно много, а потому что туда вложен огромный труд, в том числе электрончиков, в том числе программистов, прочее, прочее, прочее. И поэтому к современному автомобилю надо подходить, ну, в общем-то, с другой, немножко другим подходом, чем это, в общем-то, общепринято, чем это было принято исторически. Просто как иллюстрация, среднестатистический, далеко не последний автомобиля, структурная схема, где огромное количество, ну, мало того, что датчиков и навесного, а массивы внутренних библиотек алгоритмов, программ, баз данных и прочее, которые, ну, в общем-то, компьютер современного автомобиля – это полноценный компьютер со всеми признаками, который фактически, кроме операционной системы, ничем не отличается от компьютера ноутбука или просто обычной персоны. Это обязательно надо учитывать, когда мы берем работу. Уровень токсичности выхлопа зависит от состава смеси. И только когда он оптимальный, можно надеяться, что этот исправный автомобиль будет наносить минимальный урон. А эти усложнения, которые производятся, они производятся не потому, что кому-то нечего делать, и он просто изгаляется, а потому что законодательство практически всех цивилизованных стран постоянно уже ужесточает требования экологичности, требования к экономичности, требования к безопасности. И автопроизводители для того, чтобы продавать автомобили, их автомобили должны соответствовать государственным требованиям. А для того, чтобы эти возможности действительно имели место быть, то приходится это, так сказать, электронику приходится усложнить. Вернемся к нашим барам, автомобилям. Первый электромобиль Соединенных Штатов. И вторая фотография только для того, чтобы сказать, что уже здесь нужна была изменить диагностику. Поскольку там исключительно батарейки, там было бы и токи, напряжение, сопротивление и прочее. Вот примерно как это визуально. Это исторические фотографии, поэтому я их не сильно буду комментировать, потому что вы прекрасно все понимаете.
А вот здесь предлагаю остановиться. Достаточно эксклюзивная фотография, не говоря о том, что достаточно эксклюзивный прибор. Перед вами бушевский прообраз, то, что потом начало называться сканером, оно называлось тестер. Смысл этого устройства, устройство включалось между разъемом, родным разъемом компьютера, управляющего автомобилем. Дальше шел этот блок, который своим выходным разъемом включался в проводку машины. И это устройство позволяло отключать самую разную функцию. Жестко записанные аппараты, записанные жесткие программы, которые, поскольку стоял разрыв, то влияли на некоторые сигналы, имитировали, как бы, и таким образом компьютер откликался и получался результат. Тесты кислородных датчиков, очень, во-первых, интересный, во-вторых, смысл его в чем? Я к самодиагностике в тот период не был. Компьютеры практически диагностировали свое состояние, но уже были как таковы. И поэтому что надо было? Во-первых, их активно тестировать, влиять на систему и смотреть отклик, правильно ли функционирует. А с другой стороны, с помощью, здесь не все показывает, с помощью этого устройства можно было подключать, извините, вольтметр и СЛО. То есть не тыкаться вот куда-то там в разъем, правильно, неправильно. А по соответствующей методике подключите вольтметр точки А32 и проверьте напряжение, сравните с зарядом. Проверьте осциллограмму и сравните с образцом. И вот таким образом это помогало техникам находить, и в результате выяснялось, что где-то неправильная осциллограмма, там или напряжение, сопротивление и все остальное. И дальше следовали рекомендации, что делать в этом случае, куда идти, ну, то есть разветвленный вот этот вот алгоритм диагностики, который мы так это считали. Процесс развивался. Между прочим, заметьте, что уже в 30-е годы трейлер автомобиля было принято застилать, ну, чтобы случайно там поцарапать, нанести в рот. Здесь вы видите специализированный стенд для проверки генератора. То есть там предумно заложены амперметры, вольтметры, нагрузочные сопротивления, ну и прочие, так сказать, реостат, который изменял напряжение. Так, и таким образом помогал. То есть не просто вольтметр, лампочка, а уже специализированный какой-то тест. В 70-е годы процесс развивался, появились мотор-тесты, потому что уже появились первые компьютеры. И уже это позволяло, извините, телевизор туда встроить. И компьютер, в общем-то, какую-то, не какую-то информацию мог анализировать, выносить по нему суждения и обрабатывать, то есть помогать что-то тому же технику. В 80-х годах это превратилось вот в такие вот стойки, которые неподъемные. Они неподъемные, первое, по цене. Второе, они не могли быть массовыми. Такой фарш не поставишь через каждый километр. Хотя он нужен для проверки состояния конкретного автомобиля. Этих средств, в общем-то, хватало, все было замечательно, можно было ремонтировать автомобили, но возникла одна определенная проблема, которая заключалась в том, что примерно в 60-е годы, кто постарше помнит, советские газеты опубликовали про ужасы на Западе, когда показывали японского полицейского, который из-за загазованности улиц работал на морнике с кислородной маски. И это не потому, что там кто-то специально что-то жёг, а потому что токсичность и количество выхлопных газов было настолько большим, а в Соединенных Штатах, в Калифорнии, в частности, настолько, то в год наблюдалось 6-8 на весь город атак смога. То есть, когда весь город проволакивался вот такой огромным туманом, только не туманом многолиным, а это был туман, естественно, из вот этих вот продуктов, которые выхлопные газы. И заботясь о цельности населения, о его здоровье, государство не могло соблюдать. А тем более, вы понимаете, в Америке все мания, что там, где есть мотор меньше, чем 6 литров, так это просто считалось какая-то игрушка, в то время, по крайней мере. А, соответственно, и экологические все эти вопросы. И в результате, в конце 60-х годов, независимо в Соединенных Штатах и в Японии, где особенно это были атаки массовые, и просто смертность, которая в эти моменты возрастала, ну просто неимоверно, вот такие вот. Поставили задачу перед автопроизводителем, чтобы автопроизводители каким-то образом начали с этим бороться, то есть его нельзя было пускать на самотек, и чтобы система, которая управляет подачей топлива, естественно, уже инжекторная, занималась проверкой своего состояния. И главное назначение, которое было заложено тогда, в конце 60-х годов, особенно того, что влияет на токсичность, на вредность, ну, окружающей среды, а человек это просто кусочек этой окружающей среды.
Это вот потом мы к этому вернемся, но, пожалуйста, потому что основная была цель. Не для того, чтобы машина быстро ездила, или для того, чтобы она хорошо ездила, а главное, чтобы она не приносила экологический вред окружающей среде и, соответственно, ну, городскому и прочему населению. И после этого, когда требования были разработаны, то, естественно, их внедрили. Не сразу, не с завтрашнего дня, потому что автопроизводителю надо было, я прошу прощения, чесать репу или, соответственно, закладывать все эти... В 1963 году первые юридические требования, которые обязали, не просто так, вот сколько хочет, вот она дымит себе и может дымить всю оставшуюся жизнь. Нет. В 70-м году сказали стоп, если автомобиль больше, чем задано, то, извините, он юридически не имеет права быть использованным. И в 82-м году были окончательно сформулированы и введены вот эти требования уже непосредственно к компьютеру. То есть сначала просто ограничили количество выбросов, а в 82-м году уже что должен делать компьютер с точки зрения снижения и защиты окружающей среды от токсичных выхлопных газов. И в 88-м году было вот, потребовано государствами и, соответственно, реализовано автопроизводителями. Это вот те самые системы самодиагностики. Система самодиагностики – это невозможно с водителя считать или техника считать коды. Это система, которая заложена в сам компьютер, и он самодиагностирует себя. Датчики, исполнительные устройства, правильность работы, корректность.